Спасатуйте котика! Потушите пожар! Подкажите номер! Ратовальники на сувязи! Час без беги! Вітаю, з вами Марта Худалей. Як завсёды, у гэты час разважаем пра нашу бяспеку. Ну, а ў студыі па традыцыі госць, работнік цэнтра прапаганды Мінскага гарадскога ўправлення Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Александр Папко. Прывітанне, Саш. Добрый дзень. Спадзяюся, што добры. Ну, а наконт статыстыкі навін, ці ёсць добрыя навіны ўсё ж такі альбо не занадта? Так, ну, если есть спасённые, значит, есть добрые новости. Так что давай. С начала года в Минске спасатели уже выехали на пожары и прочие возгорания 1902 раза. А это где-то минимум по 6 раз в день. В Минске что-то горит, кстати. Ну и сейчас расскажу о происшествиях за неделю. 2 ноября в 10 часу вечера горело имущество на кухне в квартире дома номер 42 по Долгиновскому тракту. Работниками МЧС на этом пожаре был спасен мужчина 1983 года рождения, который после осмотра бригадой скорой помощи был госпитализирован с ожогами лица, левой руки, отравлением продуктами горения и алкогольным опьянением. Кстати, мужчина этот не работающий. Это я к тому, что чаще всего почему-то именно неработающие люди попадают в подобные ситуации. То ли работающие более ответственные, то ли у них просто нет времени распивать спиртные напитки, не знаю. 3 ноября в 9:36 в МЧС поступило сообщение о взрыве трансформаторной подстанции на территории завода по улице Долгобродской. Но это оказалось чуть-чуть не так. В ходе разбирательства установлено, что при проведении работ по техническому обслуживанию трансформатора произошло поражение электрическим током, то есть дугой мужчины 2001 года рождения, который был госпитализирован с электротермическими ожогами головы, шеи, туловища, конечностей, и все это на 65% тела. Тоже 3 ноября в первой половине дня на улице Матусевича при проведении земляных работ был обнаружен артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Ох, сдавалось бы. Саперно-пиротехническая группа снаряд был изъят для дальнейшей утилизации, но хотелось бы обратить на этот случай внимание, потому что вот мне недавно знакомая позвонила, сказала, что нашла что-то похожее на снаряд у родителей в огороде и не знала, что с ним делать. Мне звонит и спрашивает, что мне делать. Я знаю, ты в МЧС работаешь, наверняка 100% как бы достоверная информация какая-то есть у тебя. Ну, алгоритм действий такой. Во-первых, нужно позвонить в экстренные службы, ну это или 102, например, в милицию, или на 101 к нам, на 112 в МЧС тоже можно. Во-вторых, ни в коем случае не трогать снаряд или оружие. Вот она мне говорит, я, может, как-то его куда-то унесу, перенесу, но такое ни в коем случае делать не нужно. Не пытайтесь также обезвредить, разобрать или что-то там сломать, не знаю. Ну, все, что связано с прикосновением к этому снаряду, делать нельзя. Даже если он кажется вам каким-нибудь пустым там или там сработавшим, если вдруг вам кажется, что это просто гильза какая-то большая. Не стоит игнорировать ваше сомнение о том, что это может быть какая-нибудь ржавая консервная банка необычной формы. Пусть лучше вещь действительно кажется не опасной, нежели наоборот, правильно? Ну и, к примеру, есть такие всякие химические мины и тому подобное, которые очень даже похожи на консервные банки или там баночки от детского питания и тому подобное. Вот головное самое, как у наших слухачев фобия не распочалась, видишь, весь на этой все всякие шклянки и слоечки. Ну, лучше предупредить, так что это моя такая работа, а ты уже успокаивай их. Ну, вообще, практика показывает, что в 90% случаев, кстати, опасения подтверждаются, и это действительно какие-то взрывоопасные вещи, так что... А в уголе часто вот такое отбывается? Ну, да, периодически. Раз в неделю в МЧС так точно поступает сообщение. Где-то раз в неделю, раз в две недели, где-то примерно. Можно сказать, что по сутности нередко. Вот, и еще пару слов о происшествиях в этот день, 3 ноября. Это автопожар. В четверг, вот после обеда, при движении по проспекту Независимости загорелся грузовой автомобиль ГАЗ 2007 года выпуска. Предполагаемая причина – короткое замыкание. 4 ноября, около полудня, спасателей вызывали в городской клинический родильный дом номер 2. Ну, там ситуация типичная и довольно-таки частая. Уже, наверное, догадалась, что могло быть родильнее. Снимали обручальное кольцо с безымянного пальца руки роженицы. Да. Так что, девушки, напоминаю, при беременности пальцы рук могут отекать, так что будьте аккуратнее с колечками.
Лучше, наверное, лишний раз их снять. Это никак не повлияет на брак, но повлияет на количество вызовов в МЧС. Так что... Видишь, я думаю, что вось жанчынам у гэты момент хочется, как вось самое близкое было побач. Ну, вось гэты пярстёнак так само. Ну, самое близкое — это под сердцем, конечно. Так что смотрите, будьте аккуратнее. Ну и примерно в это же время работники МЧС спасали еще один палец, только уже средний, и мальчика 2011 года рождения. А все дело в том, что палец мальца застрял в металлической петле калитки школы на проспекте газеты «Правда». Вот, вечером того же дня загорелся легковой автомобиль «Ситроен» 2000 года выпуска на Русиянова, а на улице Монтажников произошло столкновение легкового и грузового автомобилей «Ситроена» и «ДАФ». Водитель большегруза не пострадал, вот водителя легковушки работниками МЧС пришлось деблокировать с помощью специнструмента. Также в пятницу около 9 вечера в квартире дома номер 26 по улице Асаналиева горело имущество в комнате. Причина – неосторожное обращение с огнем со стороны выпившего хозяина квартиры. 6 ноября вечером в МЧС поступило сообщение о получении ожогов женщины по улице Тикотского, 24. В ходе разбирательства было установлено, что в результате приготовления пищи на газовой плите произошло загорание одежды на женщине 70-го года рождения, в результате чего она получила ожоги головы, шеи, туловища, обеих рук, и все это на 30% тела. Так что будьте аккуратнее при приготовлении пищи, и такое случается иногда. 7 ноября из наиболее серьезного это горела проводка в электрощите. Один случай был на Чаялытка-22, второй на Великоморской 7. Причина – короткое замыкание. Такой типичный случай. Тоже несколько происшествий таких случается за неделю у нас в Минске. И вчера спасатели выезжали на Селицкого. Там между стволами дерева застряла нога мальчика 12 года рождения. Он не пострадал. Ну а на проспекте Косовского вечером тоже горел легковой автомобиль «Ситроен». Такие происшествия, такие наиболее значимые резонансы, серьезные за неделю произошли. Ну, кроме этого, очень много таких еще мелких, в том числе, кстати, вот про летучих мышей разговаривали, очень много таких случаев. Очень много почему-то ложных было случаев сообщения о каких-то там запахах дыма. Это, конечно, хорошо, что люди чуткие, но тут надо разграничить еще, ну, какую-то чрезмерную чуткость и баловство. Те, кто балуются, те получат по заслугам, как говорится. А те, кто сильно чуткие, спасибо вам за это. Ну что ж, и крыху еще о приемном, я думаю, что нагадаем. Як завсёды, Александр у нас приходить с гульней и с подарунком, тому хутка мы как раз и распочнем эту самую гульню и будет у магчимости тримать вот той самой презента от Минского городского управления Министерства по надзвичайных ситуациях. Протягивается наш час безпеки. Я нагадаю, в студии гость, работник Центра пропаганды Минского городского управления Министерства по надзвичайных ситуациях Александр Папко. И обяцали мы гульню. Причем вот так я крыху спыталася, что у нас будет за пытание. Видите, мне сподобалося. А самое... Я думаю, что слушателям тоже понравится, потому что я заметил, что они такие креативные, талантливые, и, помню, и стихи могут писать, и там какие-то интересные ответы давали, на всякие. Хотя даже такие, помню, серьезные были вопросы, а ответы были очень даже такие неординарные, даже неожиданные. Вот, так что решил... Опять же, может быть, на фантазию, может быть, на какие-то знания в медицине, может быть... На опыт, знал уже. Да, на опыт, может, кто-то курил, и, ну, как вы уже поняли, да, вопрос будет про курение. У нас, тем более, акция тут такая про курение, больше направленная. МЧС проводит республиканскую. Ну, сейчас остановимся, расскажу поподробнее. Ну, а вопрос такой. Какой-нибудь способ бросить курить? Вот как бросить курить? Может быть, чем-то заменить сигарету, еще что-то? В общем, все, что связано с тем, чтобы бросить курить, присылайте нам, мы почитаем, выберем какой-то лучший ответ. Ну, скажи, как там, куда надо, и вот эти все тонкости. Расскажу, все подробязности. Ну, по-перше, еще раз растлумачу. Сегодня у нас не той, кто первый правильно отказывает, отремливая подарок, а той, чей отказ будет самый разгорнутый, так, самый весь таки корыстный, махчимо, цикавый. Ну, а досылать свои отказы вы будете нам, у Сополку Радио Столица ВКонтакте, раздел «Поведомления». Чекаем вас сюда, а тем часом,
Саш, рассказывай як раз про акцію, яка літерально на днях тут стартувала, так? Да, буквально вчера. Вообще, по статистике, 7 из 10 пожаров, которые происходят в жилом фонде, они происходят по вине неосторожных курильщиков, представляешь? Такая вот... Ну, видишь, я уявляю, серьезно. Потому что весь час со статистикой мы постоянно очень много говорим про это, да, и видишь, тому подтверждение, эти цифры статистики. Для привлечения внимания к этой проблеме, вот именно пожаров по причине неосторожного обращения с огнем, мы решили вот провести такую акцию. Акция ежегодная, уже на протяжении нескольких лет проводим ее. С 8 по 18 ноября она пройдет. Называется «Не прожигай свою жизнь». Что это за акция? Да, мероприятия акции пройдут в два этапа. Первый затронет пункты приема вторсырья, а также промышленные предприятия, общежития, ну и другие места большого скопления людей. Вниманию участников будут предложены тематические видеоролики об опасностях, ну, чтобы как бы визуально. Одно хорошо, когда на словах говоришь, а другое как-то визуализировать, показать видеоролики, к чему это приводит, какие-то, может, интервью и тому подобное, тоже покажем. Возможность побеседовать со специалистом, ну, там, с работником МЧС, например, или с работником БДПО, там, по извещателям, по еще каким-то вопросам своим. Задать интересующие вопросы, получить ответы, это также можно в рамках акции спокойно. Кроме того, каждый желающий может принять участие в соревновании за звание знатока правил безопасности на тему безопасного обращения с огнем, конечно же. Ну и выиграть какую-то сувенирную продукцию. Так что не обходите места там, где проводятся работниками МЧС какие-то мероприятия. Если видите вдалеке там, или по торговому центру идете, увидели улыбающегося человека в форме МЧС или рядом там сигарету, такую большую ростовую куклу, это значит, проходит акция, пожаров никаких не происходит. Подходите, интересуйтесь, можно получить даже какие-то призы за это. Второй этап будет проходить с 14 по 18 ноября. Уже затронет вузы, колледжи, лицеи, ну, а также центры безопасности, другие места с массовым пребыванием людей. Как всегда, под конец акции это где-то будет масштабненько, в каком-нибудь торговом центре, скорее всего. Ты спросишь, а как же вот мероприятие будет проходить для самих вот этих лиц, злоупотребляющих спиртными напитками? Ты заусёды ведаешь, что я спытаюсь. Я спыталась, давай. Так, смотри, будут проводиться мероприятия для таких лиц на базе отделения дневного пребывания при региональных наркологических диспансерах. Ну и включать в себя, конечно же, беседу, те же фильмы. Может, где-то какие-то заседания ОПОП будут, где там будут приглашены эти лица. Там с ними также будут проводиться эти беседы. А вот ты хотела бы спросить еще, Марта, а как же вот те люди, которые не смогут принять участие и не приехать, допустим, в Минск, там, в торговый центр, или не посещают наркологические диспансеры, правильно? Вось, як же эти люди, расскажи. А для тех, кто очень хочет поучаствовать в мероприятиях, но не может принять участие, пройдут, например, интеллектуальные викторины в эфире радиостанции, что сейчас, собственно, и происходит, да? Так, у нас как бы в рамках распочали. Акции, да. Так что вот первая такая вот радиовикторина в Минске на радио «Столица». Приятно, да? Вот также на каких-то страницах периодических печатных изданий, ну и в сети интернет, конечно же. Короче, кажется, без уваги никто и ничто не застанется, и каждый сможет неким чином все-таки довериться. Попробуем часа до каждого. Вот, кстати, в интернете будет анонсирован скоро конкурс на лучший видеоролик по теме «Я не курю в постели и тебе не советую». Вот такое вот название. Так что можешь принять участие также. Ну, я так само не раю нікому, тому... Ну, ты же тоже не куришь, правильно, так, насколько я помню. Так, і ведаш не тільки у ложку, а в уголі ніде. Ну, тому не могу сказати, як кинуть гэтую справу, але наші слухачі, бачу, все это і ведають про гэта. Можна візуалізувати вот эти ваши ответы также в рамках конкурса и получить еще один приз. О! Представляешь, как здорово. Вось вам подказка дратавальника. Ну, тут даже не сама цель, наверное, получить приз, но как-то скреативничать, поделиться своим творчеством с кем-то, это тоже приятно. Вот, продолжу, да, тут еще буквально чуть-чуть. Конечно, традиционно будет задействована почтовая рассылка безопасной корреспонденции, ну, а также звонки от работников МЧС. Тоже так начинаем, знаешь, иногда практиковать, ну, допустим,
живет где-то бабушка далеко в деревне, чтобы работник не ехал. Оп, позвонила и спросил, как дела, все ли в порядке, как там сосед тот, который злоупотребляет и курит, ну и тому подобное. Так, что позволяет это все в акции? Ну, конечно, это принять участие, во-первых, ну, а во-вторых, как-то задуматься о вреде курения все-таки не в плане здорового образа жизни, а все-таки в плане пожарной безопасности, потому что, как видим, это такой вот двойной эффект и по здоровью, и по материальным ценностям. Сгорают квартиры целые, и соседи тоже страдают. И по житю, я бы сказала, на вот часом и житё губляется. Вот, в местах с массовым пребыванием людей, кстати, на открытых площадках, вот у нас в Минске особенно, мы стараемся задействовать как можно больше торговых центров. Пропагандисты будут проводить такое прям шоу без сигарет, назовем это так. Ох, ну, цикаво, в это время что ты зашел. Можно отказаться прям, ну как, это мы так назвали просто шоу, а на самом деле, ну, это просто будет такой вот обмен сигарет, допустим, на какие-то призы, там, подарки. Ну, это тоже приятно, да? Мало того, что, вот, допустим, человек хотел бросить курить, не было повода какого-то. Он пришел, увидел работников МЧС, ему говорят: слушай, давай ты не просто так бросишь курить, а мы тебе еще за это какой-нибудь подарок дадим, призы какие-нибудь дадим. Ну, намного приятнее. Так что все, кто хочет бросить курить, позвоните нам в городское управление даже можно. Мы вам скажем, где будут проходить какие-то мероприятия, приходите туда, чтобы бросить официально. Ось так и буває. Телефонуєш рятувальникам, а отримлюється, що быцем бы ось іншим таким службам, я б сказала. Да, только не на 101-112 звонить, а, ну, например, 294-75-02, например, вот такой вот номер из городской. Да, это мне. Телефонується Олександр Вилічець. Ну що ж, Саш, давай нагадаємо ще питання, тому що ось бачу, є у нас відкази, але я нагадую, що сьогодні ми шукаємо саме, чекаємо саме розгорнуті креативні відкази. Питання. Как бросить курить? Такой вот простой вопрос. Простое питание, але магчыма не заўсёды просто на справе. Вось як гэта зрабіць, калі ласка, рассказывайте нам свои отказы, досылайте в суполку Радио Столица ВКонтакте, раздел «Поведомление». Тут мы вас чакаем и нагадаю, что самый разгорнутый отказ, самый магчыма корыстный, креативный, цікавы, вось той, кто дасць, атрымае подарунок от Минска городского управления Министерства по надзвычайных ситуациях. Літаральна некалькі хвілін застаецца до того, пакуль будем подводить выники, так что, калі ласка, поспешайте. Так у нас заканчивается. Тому раз, два, три, стоп, гульня. Саш, нагадывай питание. Так, вопрос был, как бросить курить. Угу. Какие-то, может, способы, лайфхаки, личный опыт. Ох, тут, видишь, столько вариантов. Я навод не веду, как мы будем означать пераможцу. Ну, давай я хотя бы с некоторые зачитаю, магчыма комусь здесь потребится. Ну, вось, напрыклад, у нас пропонует Тамара мець у кишенях мятные цукерки. Вось Андрей кажет, что усерякие харчовые заменяльники, ну, так само, вось, это их цукерки, хлебцы, так, сухофрукты. Потом следующий вопрос, как, да, як похудеть, да? Вагу. Понял. Вось тут, дарыча, Андрей кажет, захотел покурить, пажуй. Но, дарэча, кажа, што тата вось менавіта так і кінуў гэтую звычку і кажа, што гэта толькі звычка ў галаве, няма чаго рабіць, таму трэба пакурыць. А яшчэ ёсць варыянт заняцца пажарна-ратавальным спортам. Вось такі варыянт. Хороший варіант. І Ірына прапануе памаліцца Богу. Гэта таксама, кажа, дапамагае, каб ён пазбавіўся ад гэтай звычкі. Ну, а ўвогуле знаходзіць усялякія метады зняцця напружання, усялякія там музыка, цукеркі, тренажёрная зала, канцэрты, усялякія сустрэчы, ну, і вось такія. Вот, кстати, тренажёрный зал, возможно, помогает. Потому что я помню, ну, когда тоже ходил, там занимался усиленно, очень следил за питанием. А когда перестал заниматься, так и уже там можно где-нибудь и на праздники. Угу, все згодны, видишь, а калі в этой зале попрацуешь, так лепш не есть, как после так да, шмат да, не там уже все становится обидно, думаешь, ну и что, зря там что ли, потел. Так, вось, напрыклад, яшчэ аталгіна варыянт. Пазбавіцца ад усяго, што нагадвае пра гэтую звычку. Ну, ведаеш, запалкі там і іншыя рэчы. Не набываць цыгарэту. Друзей, все, из жизни. Курящих всех. Так, а то, ведаеш, панюхаўся абрай. Пазбавіць вось самы галоўны вопратку ад паху тытуню. Падабраць гуму, што шчыльна. Так, гуму. Нешта тут з гумай пачаецца нават незразумела.
Але тым не менш вось такія варыянты ў нас ёсць. Вось ведаеш, пра сяброў і адзенне, каб яно не мела пах. Ну, знаеш, калег па рабоце там выходзіць на перакур. Всё, я избавляюсь ад этой работы. Альбо так, будзь ласка, звольніся, пакуль вось ўсё гэта робіш. Паставіць условы, да, каму там дырэктару. Угу. Так, или никто не курит, или я увольняюсь, правильно? Так, вот, все. Хороший вариант. Альбо никто не курит, альбо я звольняюсь. И домовились, и мне подобается этот так, вариант. Но мне больше понравилось вот про тренажерный зал, потому что, мне кажется, это ну, вдвойне приятно, правильно? И корыстно самое главное. Да, и вот то, что в голове, это как-то чуть-чуть психологически прийти к этому, тоже интересный вариант. Ну, тут гэта, ведаеш, розныя это разныя людзі, да? Так, я вось дарэчна вот пагляджу. Так, гэта ў нас прапануе Андрэй, што гэта толькі ў галаве і заняцца пажарна-ратавальным спортам. Вось, хто нас прапануе. А он і это прям, да, предложил. Так, і вось дарэчы кажа нас Томас, што не абавязкова залу трэнажорную, можна проста замяніць цыгарэты на якія-небудзь практыкаванні. Ох, мне падаецца, мы сёння не спынімся вось ад гэтых меркаванняў. Так, ну ладно, давай все-таки тогда остановимся на каком-то варианте, да? Давай. Какой тебе больше нравится, чтобы ответственность на себя не брать? С меня подарок, с тебя вариант. Ох, ну ты так вот, видишь, Ник. Ну, я думаю, что давай вот то, что у голове все, давай про это махнем, а не? Согласен, давай. Згодны? Да. Давай хороший вариант. Так. Ну, все варианты хорошие, очень сложно выбрать, тем более я вот так. Я згодна. Сёння мне вось падаецца, што усе павінны быць абсалютнымі пераможцамі, але вызначыць трэба аднаго, таму... і вось, дарэчы, пажарна-ратавальны спорт, мне падаецца, ён таксама вельмі ну, любой карасны. Спорт, да. Это можна сказаць, і тренажёрны зал, і в галаве. Такое двайное дзействі. Так што да, согласен, хороший варіант. Аддаём Андрею. Всем так. Большое спасибо, хорошие варианты. Я думаю, что ваши варианты услышат люди, которые курят, у нас сейчас слушают, да, такие люди, возможно. Я думаю, и так. Они как-то задумаются. Гантели под руками трымать. Это я еще все доходит. Да кто-то еще пишет и пишет, да? Ну, видишь, горячая тема во всех сенсах этого слова. Интересно, а эти люди, которые пишут, они сами курят или нет? А вось, паважанае спадарства, вы, тыя, хто нам піша, вы курыце альбо не, раскажыце, ратавальнік пытаецца, а то ён жа нагадваў, калі што, тэлефануйце вылічыць. Да, потом пасля эфіра пачытаю абязательна. Саш, у нас час выходзіць на самай справе. Я спадзяюся, усё неабходнае ты нам сказаў і расказаў да, на гэты тыдзень. Дзякуй табе за тое, што расказаў. Прыйшоў, ну, канечне, за парады. За парады дзякуй яшчэ і нашым слухачам. Я нагадаю, што ў нашай студыі быў работнік цэнтра прапаганды Мінскага гарадскога праўлення Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Александр Папко і Марта Худалей. Усім пакуль.